Алина Курчак донором крови стала впервые. Она сотрудник неведомственной охраны. По долгу службы сталкивалась с разными сложностями, но вот добровольная сдача крови впервые. Конечно же, волнуется, хотя по виду этого и не скажешь. Ей помогают коллеги, подбадривают. Да и она сама понимает важность донорства. Донором решила стать, наверное, в связи с тем, что когда мы поможем один раз кому-то, кто-то потом, возможно, поможет нам, потому что это дело полезное, нужное и для организма, и для других людей, которые нуждаются в этом. А вот Андрей Барышников почти почетный донор. Заветную медальку с таким названием еще не получил. Путь до нее долгий. Но сдавать кровь ходит регулярно. Говорит, что становится участником акции каждый раз, когда ее анонсируют. Я считаю, что кровь очень важно сдать ее, во-первых, для того, чтобы люди, которые попали в тяжелую жизнь, ситуации, там, аварии, ДТП, операции различные, которым каждый день требуется эта кровь, могли воспользоваться ей. Для росгвардейцев это не первый опыт сдачи крови. Ведомство регулярно принимает участие во всероссийской акции добровольного донорства. Ведь, как отметил заместитель начальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Руденченко, добровольно сданная кровь – это чья-то спасенная жизнь. Валерий Седов, телекомпания «Город».